понимаете, да? И все остальное. А украинская власть тоже не дорабатывает. Она презирает народ, я вас уверяю, презирает. За людей их никто не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме того, кроме одного, что они все-таки люди. Вот украинский народ, активисты, общественность, все эти бизнесмены, там вся вот это бурление вовн патриотов и все остальное, они как бы бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, там, нищие духом, но все-таки люди. Вот там народ. Про всех. Про активистов, про народ и так далее. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить, и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. Остальное, это остальное, ну, не будем на себя показывать пальцем, да. А остальные это вот это несчастье, которое вот вбиткаются в своих несчастьях. Необразованные, бестолковые, без опыта, без опыта гражданской жизни. У этого народа власти нормально не было. Управление. Дело почему не в этом. Слава, Светочка, слава Богу, что у этого народа нет власти. Если этот народ придет к власти, я сбегу из этой страны, понимаете? Не... У народа нет власти, у этого народа нормально.